Всем здорово. Уже ближе к доброй ночи. Всем привет. Добрался я до стрима. Сегодня немного план съехали. Все поменялось. Ну, я, собственно говоря, писал об этом. В той же телеге, например. С интернетом. Великолепная ситуация была. В общем, не суть. Ладно, хотя бы пофиксилась. Не пришлось что-то там ждать. Еще до завтра, там еще дальше что-то. Да. Здорово, крепче. Да, спасибо, спасибо. За поздравление с появлением Инета. Сейчас без Инета тяжко, тяжко. Я подрубал, короче, с этого. С телефона, типа, раздачу. Там такая хуевая скорость. Даже стримы не посмотреть было. Я что-то тестил. Я думаю, может подрубить с телефона, попробовать потестить. Ну, не с самого телефона, а типа если с раздачи. У меня там какой-то тариф, короче, этот архивный, в котором залочена нормальная раздача интернета. Они чисто из-за закона ее не запретили. Раньше вообще, короче, ты только подрубал в качестве модема телефон, и тебе смс-ка приходила, слышь, оплати. Сейчас хотя бы можно раздать, чтобы пользоваться, чисто там какие-то странички открывать. А так я зашел, посмотрел, без ограничений, типа вот это раздавать, 100 рублей в сутки стоит. Ебанешься. Норманет мобильный. Так. Так. Здорово, Аксен. Здорово, Бэтвей. Здорово, чуваки. Здорово, был. Ёмэ. Что-то в меню вот так громкий этот звук. Рыв скул энд бонус будет. Конечно. Сразу после того, как я этот... предзакажу Star Wars Outlaws. За 8 или за 9 тысяч, за сколько там. О, вроде десятку выбил, Макс. Короче, я сегодня вот днем как раз-таки, прежде чем у меня не сдох инет, решил глянуть, что там у других людей на стримах происходит. И как раз попал на момент, где... Помните, я все кабана, короче, искал во втором акте? Собственно говоря, оказывается, кабан появляется все-таки в храме. Его можно встретить, он не ушел никуда. То есть я все бегал, искал по всей локации. Оказывается, он просто в храме вот здесь сидит. Причем я сколько стримов не кликал, я не знаю, у людей, может, они с отключенным ретрейсингом играют. У них игра какая-то прям вся гига светлая. А у меня она какая-то темная. Прям моментами. В общем, кабан найден. Ему мясо надо было. Друг босса пропустил из лучей тоже. Это пиздец. Да, тут плюс 80% проходов — это невидимые стены еще. Чего? Нефритовый лосось? Роллайт. А, теперь ему нужно блюдо без мяса? Золотое царство, где садится солнце. Почитали крыс. Чё? Quite odd, that is. I just tried those rat guys. They taste like men flesh. Возможно, крысы были людьми раньше. I suspect the yellow желтого ветра. A senior brother gave me a piece of gold.
I'll need it here when the time's right, he said. Так по пузу тебя пошлёпывает. It's the right time now. I'm taking it to the right place to give it a try. В итоге сам залез, что только прислали мастер ломать. Да ничего не прислали. Ну вот, я примерно же писал там вторым постом. Я могу пересказать историю. Если кому интересно. Сейчас. I just tried those rat quies. Its people are not... Our senior brother gave me a piece of gold. А что дальше с кабаном, я не понял. It's the right time now. I'm taking it... Отнесу золото куда нужно. И куда он, интересно, отправится в этот раз. Бля, сейчас опять было 2000 лет бегать по локации. В общем. Я ж говорю, я сижу, типа, что-то там своими делами занимаюсь, что-то Twitch открыт. И хоп, у меня интернет просто пропал. Я вижу по сигналу, что просто сигнал с кабеля пропал. Просто интернета нет, все. Ну, я, естественно, думаю, ну ладно, бывает же, что-то падает интернет. Подождал полчаса, окей. Раз само нихуя не починило, значит, что-то пиздец. Надо в саппорт звонить, писать. Перед этим я, естественно, перезагрузил роутер. Проверил, идет сигнал кабеля в комп. В комп тоже не идет. Перегрузил комп. Ну, короче, стандартные вот эти все процедуры, которые тоже заняли там какое-то время. Туда-сюда пока втыкаешь, потом посмотришь. Пишу в этот саппорт дурацкий. И там тоже начинается. Включите, выключите. Выключите роутер от сети. Потом включите. Потом выдерните кабель. Потом переводите на оператор. Ты пишешь ему, он там начинает. Ну вот там, да, тудым-сюдым. Я пишу, блять, у меня просто нет сигнала по ванпорту. Ваш кабель не дает сигнал. Нет сигнала, блять. И он мне такой, да. Ну короче, ну вот я перезагрузил оборудование с нашей стороны мы видим, что сигнал идет к вам, все заебись, это у нас проблем нет. Нужен специалист. Типа, когда хотите принять специалиста? Я говорю, блять, ну в ближайшее время, ёпта. Я думаю, что, я писал, это было где-то 2 или 3 часа дня, по-моему, где-то около 2. Ну думаю, наверное, до вечера-то сегодня хотя бы починит. И мне говорят, ну вот в ближайшее время, завтра там, типа в 11 утра, в 10 где-то. Я такой, ебать. Ну, а хуль делать-то? Окей, да, оставлять заявку. И потом... Чё-то, ладно, думаю. Сижу. И возвращаются в итоге, короче, с бабушкой разгулять ходили. Она сейчас у нас живет. Говорят, а чё-то мы, говорит, видели этот... В одежде провайдера чел выходил из подъезда. Может, он что-то сломал? Я смотрю по домофону, по камерам. Как раз, да, реально заходил. И мне все становится ясно. Потому что такая же хуйня уже была то ли год, то ли два назад тоже. Что просто... Приходил чел что-то подрубать. Звоню уже по телефону этим клоунам. И там мне тоже, типа, начинается. Там чел вообще не вдупляет, что я ему объясняю. Я говорю, у меня был интернет... Пришел ваш чел то ли подрубать, то ли чинить кому-то интернет, и у меня интернет нахуй пропал. А он, у вас был интернет, да, а вы заявку оставляли? И я говорю, вы же видите, у меня же уже заявка заведена, я вам объясняю. Разберитесь, какого хуя приходил чел и сломал мне интернет, когда подрубал. Я же говорю, я видел, говорю, в подъезде ваш сотрудник приходил. Я не там, не этот, И, короче, и в итоге... Такой говорит, ну чё, вот да, завтра к вам придет техник, вы же оставляли заявку. Я говорю, в смысле, вы чё, разобраться не можете? Нет. И все сидишь, и каждый раз ты ему что-то объясняешь, он такой, сейчас я выясню, пропадает на 5 минут, и ты сидишь на линии. И тоже, и время, блядь, проебываешь свое. Пиздец. И все, и чё. Ну и дальше сижу, просто уже втупляю. Я что-то сначала же написал же тоже, что заявку оставил. И вот потом просто сижу, смотрю на роутере, сигнал появился, и интернет появился. Смотрю опять по камерам этого домофона. Приходил этот же челик, которого я видел до этого. Видимо, просто ему дали пизды из-за того, что то ли я звонил, то ли другие люди тоже оставили заявки. Все починили. И что вы думаете, мне кто-то позвонил, извинился, сказал, что сори, мы сломали там. Или кто-то позвонил, захотел заявку отменить, потому что, очевидно, челик бы тоже пришел, просто время потратил. Всем похуй вообще.
Не звонили, ни заявку не отмыли. Всем поебать, чуваки. Абсолютно. В общем, да. Уже я, можно сказать, все сам выяснил. Вам уже делать ничего не надо. Просто разберитесь, кто обосрался. Не. Никто ничего не хочет делать. В общем, такая вот не очень особо, конечно, интересная история, но... Ну да. А где, интересно, короче, кабан говорил про солнце? Может, что-то туда, наверх? Потому что где босс был, там его нет. Или нужно вернуться там, где мы в первый раз встретились с ним. С кабаном, конечно, сложно. Может быть, дом желтого ветра где-то. Кабан, 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 кабан. Может быть... Здесь? Студенты? Не, ну какая разница, студент не студент. Если человек объясняет, что произошло, наверное, надо как-то понять, что от тебя хотят. А там, видимо, привыкли только рассказывать историю, что перезагрузите роутер, перезагрузите комп. А, может вот сюда, кстати? Смотрите, песок на месте. Стойка не тало. Внезапно. Тут нет его? Дурацкий кабан, бля. Да, песню про кабана того гитариста, который был в следующей главе. Нету тут? Да, вот он. А, да? Служитель в желтых одеждах. Что происходит? Ебать. Точно хорошая идея отпиздить брата того кабана? Или мы чисто так дружескую дуэль затеяли? Should explore that realm together.